современному человеку очень важно чувствовать свою значимость всех за лайками, за тем, за этими, за репостами там, и так далее, гонится. Да, это что такое? Это желание почувствовать свою важность в мире. Да? Вот. Если человек не понимает, что такое компания, не видит ее сложности, не видит целей, не видит стратегии развития, то у него нету такой вот эмпатии к коллективу, как коллективу людей, благодаря которым к этому можно прийти. А как только оно появляется, то здесь сразу начинает работать важное социальное чувство, в котором энергия психическая тратится не на выяснение отношений, а она тратится как раз на результат. И здесь очень важная наша задача переключить мышление сотрудников с выяснения отношений, с этих перекидываний ответственности на такую, на саму производственную деятельность, да, на то, чтобы они думали, им было интересно решать задачи, которые они решают. В этом случае все приобретает для них смысл, да? Люди чувствуют себя на месте, они чувствуют себя значимыми, они понимают, что от их результата зависит деятельность других людей, потому что часто они просто, вы можете этому удивляться, но они об этом не задумываются, они могут совершенно не думать, что от того, что они сейчас делают или не делают, зависит ситуация другого человека, с которым он ходит вместе покурить и так далее, но не задумывается даже о том, что он то звено, которое позволяет этому человеку чувствовать себя лучше и таким образом не ощущает своей значимости. Есть наши сотрудники, они все чувствуют невероятную значимость, это за проблема, с точки зрения того, что все считают, что они, конечно, это та самая эгоцентричность, которая нарастает в обществе, да, и все считают себя невероятными профессионалами, на все способными, все понимающими и так далее. Ткни просто пальцем. И ни понимания, ни профессионализма, ничего нету. Да? Такой эгоцентризм, к сожалению, становится все более и более обычным делом. Да? Уже даже как-то этому не удивляешься сильно. Потому что разрушились даже прежние иерархии, прежние авторитеты. Да? Если раньше человек понимал, что все, что он умеет, это все равно какая-то отдельная опция из большого какого-то такого организма, да, выстраивающегося в пирамиду, то сейчас все сидят на верхушках пирамид, и это такой патологический эгоцентризм, который разрушает атмосферу в коллективе. Но значимость наши сотрудники могут прочувствовать, значимость своей работы, своевременного прихода на работу, своевременной сдачи результатов, качественной сдачи результатов и так далее, когда они понимают, что это важный пазл в большой системе, а не потому, что они сами по себе просто звезды страшные, уже не знаешь, куда деваться. Так светят, что просто не в бровь, а в глаз. –